ежегодный субботников. ПДКС проводит общественная организация подводной деятельности Крыма и Севастополя. На этот раз мы его проводим совместно с Министерством сельского хозяйства и рыбнадзор, рыбинспекции. Балаклавская бухта, городской пляж, убираем перед сезоном, посвящаем 9 мая, наводим порядок подводной акватории. Опыт предыдущих работ показал, что очень много мусора под водой находится, тот, который реально мы не видим. Это бутылки, пластиковая тара, которая тонет, покрышки, в основном, конечно, это в районе стоянки катеров. Вот. Ну и другой бытовой мусор и строительный мусор, который, собственно, ложится на дно, врастает в ил и как это, изменяет экологическую ситуацию, конечно, в худшую сторону. Вот. Ну, конечно, больше всего мусора – это общественные пляжи в закрытых бухтах. Ну, то есть в бухтах это не открытое море, потому что, например, в парке Победы неоднократно мы чистили, он оказался условно чистым, потому что мусор уносит в море штормами. Вот. А такие, как, например, из последних было Графская пристань, очень много бутылок было. Ну, ежегодно проводится акция по чистке акваторий совместно с Росрыболовством и ассоциациями подводной деятельности. Также принимают участие правительство Севастополя в этих акциях, ну, в лице Департамента сельского хозяйства города Севастополя. Ну, эта акция проводится с целью очистки водных объектов после зимних периодов, которые, ну, загрязняют водные объекты с береговых, с прибрежной полосы, с штормами, ветрами, сбрасывают, ну, тяжелые предметы, отходы хозяйственной деятельности населения. Такая работа крайне важна, потому что убрать берег гораздо проще, и для этого есть всякие коммунальные службы, помимо волонтеров. А очистить дно – это очень важно и для отдыхающих, и для моря. Потому что чистый берег, чистое море. И серебряник нашел. Да, работа важная для экологии моря. Пляж идет, проходит подготовку к пляжному сезону. Подготовка идет полным ходом. Полностью окончание подготовительного мероприятия будет закончено к 28 мая. Сейчас смотрим, значит, то, что у нас убирают дно. Чистое море. Очень хорошо, что это происходит у нас. Поэтому, милости просим, приходите к нам купаться. Будет чистое у нас теперь дно в Балаклаве. Thank you.
поврежден, мусор поврежден.